Карфаген будет разрушен, в этом сомнений никаких нет. Все зависит, во-первых, от активности одной стороны и запаса некоторых сил, включая и финансовых, и экономических, другой стороны. Но то, что с Россией будет как империей покончено, это совершенно очевидно. И, скорее всего, мы будем это наблюдать в ближайшие год-полтора, в крайнем случае, два года. Но это не значит, что все эти полтора-два года Россия будет находиться в том же состоянии, в котором находилась там полгода или год назад. Ситуация экономическая будет все хуже и хуже. И возникнут большие проблемы с финансами, прежде всего с заполняемостью государственного бюджета, потому что цены на нефть упали очень сильно. Газ уже, покупателей газа становится все меньше. И поэтому поступление от налогов в государственный бюджет сокращается, и, соответственно, будут сокращаться все статьи расходов. И как это традиционно в России происходит, в первую очередь это коснется социальных статей, это коснется образования, медицины и прочего. Так что коллапс неминуем, все зависит от того, насколько активны будут стороны.